Начинаем сбор компьютера. Сбор компьютера начинается с установки процессора между материнской платой. Это потом. Но сначала собираем радиатор или решетку для охлаждения этого самого процессора. Устанавливаем кулер. Крепления у всех разные, строение у всех компьютеров разное, поэтому смотрите индивидуально, у кого какое крепление. Устанавливаем предохранительную решетку. Вот, мы собрали. Так, следующим шагом будет установка процессора. У процессора есть метка и на материнской плате, в гнезде. В установке процессора есть специальная метка, при совмещении которых процессор очень легко устанавливается. Установили, зафиксировали. Следующим шагом будет нанесение термопасты на процессор и установки решетки радиатора охлаждения на процессор. Чем мы сейчас и займемся. После того, как мы нанесли термопасту, устанавливаем радиатор охлаждения. Мы установили радиатор охлаждения на процессор, кулер и заградительной решеткой и подключили его к питанию. Следующий шаг будет проверка работы материнской платы. Да, чуть не забыли, батарейка. Так, начинаем проверять работоспособность материнской платы и процессора. Для этого понадобится материнская плата с новым процессором, оперативная память, видеокарта, блок питания и две книжки. Вернее, даже мне получилось три. Одинаковой толщины. Но я думаю, основы электротехники, справочник электрика и Уильям Шекспир трагедии подойдут. Как укладываем книги. Очень для высоты были. Устанавливаем на нее материнскую плату. Вставляем видеокарту. Все. Оперативную память. Все, щелкнул. Далее. Берем блок питания. Подключаем питание к материнской плате. Есть. Так, второго здесь. Второй разъем здесь не предусмотрен. Подключаем блок питания к сети. Обязательно подключаем клавиатуру, потому что некоторые материнские платы без клавиатуры просто не запустятся. И подключаем видеокарту. К монитору. Все. Наш компьютер готов к тестированию. Мы собрали компьютер на книжках. Теперь попробуем ее протестировать. Это будет наш первый запуск. Здесь у нас находится на переключениях ровер СВ. Попробуем ее замкнуть. Компьютер пошел. Он стал загружаться BIOS. Вот это видно по работе монитора. Все, материнская плата у нас исправна. По BIOS, загружаемому на мониторе, можно сделать вот, что вся собранная нами конструкция исправно работает. Так то материнская плата с процессором и кулером, его охлаждающим, видеокарта, оперативная память
работают исправно. И мы можем смело всю эту конструкцию вставлять в процессорный блок. Если бы у нас не загрузился BIOS на мониторе, то значит какие-то из вышеперечисленных компонентов неисправны. И нам пришлось бы по очереди менять или процессор, или видеокарту, или оперативную память. На этом этапе жесткие диски подключать не следует, потому что может быть неисправен жесткий диск сам по себе. И поэтому мы просто исключили жесткие диски, DVD-ромы, мыши и все остальные компоненты из тестирования. А так мы можем твердо утверждать, что основная конструкция исправна, и компьютер будет работать в принципе хорошо. Вот мы подключили провода согласно списку подключения, когда мы разбирали компьютер, мы переписали. Все провода подключили. Теперь ставим материнскую плату на место. Железочку такую ставим сюда. Была она здесь. Пусть будет. Вот, хорошо. Все. Наша рюмочка с болтиками. Ничего не потерялось. И начинаем потихоньку все заворачивать обратно. Что происходит в обратную сторону относительно сборки. Главное, следите, чтобы у вас никакой болтик, гаечка не завалилась под материнскую плату между корпуса. Не оставьте ничего. Иначе вся работа пойдет впустую. Так, оперативная память у нас уже стоит, что мы не вытащили. Видеокарта. Все. Карта есть. Блок питания. Ну, питание прикрепили. Включаем питание, материнскую плату. Так, раз, два, раз, два. Дополнительное питание на видеокарту. Ну вот все, компьютер в сборе, шлейф все подсоединены, питание подсоединено, все на своих местах находится. Сейчас будем производить его первый запуск. Производим первый запуск после окончательной сборки. Вот мы можем наблюдать по загрузке BIOS, что у нас загружается два жестких диска и DVD-ROM. Это окно показывает, что компьютер был в прошлый раз выключен со сбоем. Забурзим его обычным образом. Все, загрузка пошла. Все, XP загружается, говорит о том, что компьютер исправный и нормально работает. Все. Всем спасибо.